Итак, друзья, сегодня у нас 16 апреля, вроде наконец-то, похоже на апрель, тепло, солнце, туч вообще нет, немножко походим. Прицепил на микрофон поролон от ветра, ветер есть небольшой, сейчас посмотрим. Как будет звук? Это наша площадь после реставрации. Тепло, тепло. Как мы тебя долго ждали, дорогой друг наш. Теплый, теплый воздух. Солнышко. Ну, не хватает, конечно, здесь. Зима по 7 месяцев. Приходится терпеть, ждать, когда будет тепло. Ну вот, наконец-то, 16 апреля. Раз, два, три, раз, два, три. Проверка микрофона. Тест, тест, тест. Чуть подальше посмотрим. Чуть поближе ветер. Не знаю, что будет, просто посмотрим. Вот сейчас ветер хороший. Продувает или нет? Если продувает, то продувает. Вот сейчас сильный ветер. Ну вот на этом пока закончим, друзья. Пишем низкое качество, так, чтобы все поедало наше старое железо, которое надо менять уже. Завтра у нас будет концерт. Завтра будем записывать. 19-го тоже. Чичмя приглашает. Вот. Ну вот, посмотрите, площадь. То, что здесь есть. Фонтан, перголы, амфитеатр, мемориальная. Зона, зона отдыха, зона пикников, сцена. Катание на велосипедах. Ролики. Телефоны. Вот там тихий отдых. На русском и на татарском. Ну вот, друзья, такая площадь. Снега нет, все ушло, но скоро будет. Травка, травка, травка позеленеет, пока она еще в таком состоянии. Вот сейчас дует ветер, и посмотрим, что у нас микрофон с этой штучкой словит или нет. Больше тестовый, снимать особо нечего. Так, прогуляемся. Кому-то, может, интересно, что творится в городе Балвы. Люди гуляют, понедельник. Вот наш Ильич. Такие скамейки. Скамеек много. Сидеть есть где, там. Здесь есть Wi-Fi, но... Сейчас не подключаюсь, пока без Wi-Fi. Ну что, друзья, пока закончим. 4 минуты 15 секунд.